Сергей Матросов, город Самара. Сюда, сюда, белый. Руслан. Руслан, Сергей, кто из вас начнет первый? Сергей. Я просто с ним работаю. Что, не нужно приваться, что ли? В общем, у Руслана такое медленное пищеварение, что у него в животе прокис мед. Так. Достойно, да? Так, братан, ты настолько жалкий, да? Что вот отсосал за книгу диджея Кота Дея. Хотя знал, что она бесплатная. Если посмотреть на Руслана, то можно быть уверенным, что люди произошли от обезьян, да? А вот от кого произошел Руслан? Ну, от несчастного случая, да? Будем надеяться, потому что если это было специально, то... Так, братан, твое участие в батле было под вопросом, да? Потому что вход все-таки 100 рублей. Но ты вышел из ситуации и опять отсосал. А потом у друга занял 100 рублей. Я должен признаться, я не один писал эти шутки, поэтому спасибо всем авторам. Пожалуйста. Смотрите, в общем, многие думают, что Москва расширяется к западу, да? Но на самом деле это просто Москва сваливает от Руслана. Так. Слушай, ну, не обижаются же, да, в батлах? Да. Да. Братан, как только ты зарегистрировался на фестивале, Павел Залуцкий перестал быть тут единственным бидером. Это будет четвертое. Про то, что я бидер? Ладно. Смотрите. Один раз Руслан на отдыхе пукнул и... Чехословакия разделилась на две страны. Я прошу прощения, еще будет одно слово матом, но это цитата классика, так что... Братан, ты настолько жалкий стендап-комик, что Якимсев не посылал нахуй только тебя. Он сказал, я не буду посылать тебя нахуй, пошел ты нахуй.
В общем, ну, Руслан звезда, да. Его любят многие девушки, но как подругу. Ты закрываешь, пятое. А, еще пятое было? Да. Это уже было пятое, он уже начинал. Спасибо, что пришел. Может, еще у тех, кто сел в жюри, да? Так. Сейчас, это, подождите. Короче, у тебя нет в Инстаграме, потому что как только ты выкладываешь свою фотку, люди начинают собирать деньги. Уважаемые члены жюри, мы голосуем. Сергей или Руслан? Сергей. Сергей раз. Сергей, конечно. Сергей, два, Сергей.